А сегодня у меня есть послание к вам, которое тоже связано с еврейским словом и очень таким интересным, как такое «неманут». Это, знаете, как это переводится? «Прилепиться и не отстать». Да, только это как липучка такая, «хыть и прилепиться». Почему это слово очень интересно? Потому что оно связано с словом «верность». Именно слово «верность» на сегодняшний день очень такое интересное, потому что в Библии понятие верности и преданности распространяется за пределы человеческих отношений. Не только у нас есть верность и такое чувство, как преданность своей семье, к супругу, супруге, к детям, к обществу, стране родине, в которой мы родились, но есть и то чувство переживания в отношениях с Богом. Своему народу Бог проявляет именно верность и преданность своему народу. Основывается на завете. Чаще всего тот завет, который мы не можем себе даже представить и вместить вообще, что Бог приготовил для тех, кто его любит. А любовь – это часть завета. Соглашайтесь, нет? Что если ты расположен к человеку, если ты любишь человека, если ты любишь свою жену, и своего мужа или детей, да, ты понимаешь, что ты готов за этот союз, за этот завет положить свою жизнь. Верность, которую Бог почитает. На человеческом уровне верность – одна из необходимых добродетелей, без которых взаимоотношения становятся ненадежными. Знаете, и структура общества, она рушится. Когда Авимелех захотел заключить соглашение с Авраамом, он попросил, фактически, он просил положить это в основу договора, завета, именно на основании верности друг к другу. Аналогичным образом слуга Авраама просил родителей Ревекки положить тоже в основание доверия и верности в этом союзе. Мы знаем, что и Яков просил Иосифа похоронить его в Ханаане, а не в Египте. Понимаете, да? И Иосиф тоже просит своих родственников, чтобы они не оставляли его кости в земле египетской, а вынесли его в свое время за пределы Египта. Это отношения очень важные и очень нужные, потому что любые взаимоотношения и начинаются с дружбы. Дружба. Для нас это слово очень сегодняшний день очень шаткое и очень нестабильно, можно сказать. Сегодня друг, завтра ты враг, и мы меняем свои перчатки отношений очень быстро. Символом верности в Библии служит книга Руфь. В ее взаимоотношениях со своей свекровью можно видеть сочетание и дружбы, и родственных связей. Писание говорит, что с милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне. Бог поступает искренне. Слово «искренне» – это верность. Те, кто прилепился. Самое позорное, поверьте мне, это самое позорное для народа Божьего, особенно народа Завета, а мы называем народ Завета – это Израиля, найти себя неверным. Неверным. И Бог говорит, твоя неверность. То есть ты разрушил наши взаимоотношения. Но есть местописание очень интересное в Новом Завете. В Откровении Иоанна одна есть фраза, которая, наверное, более всего испытывает наши глубинные отношения. Вот наши отношения с Богом. Насколько наша верность существует. Смотрите, Откровение 2 глава 10 стих. «Оставайся верным даже перед лицом смерти, и я увенчаю тебя жизнью». Как вам эта верность? Даже перед лицом смерти. И знаете, что интересно? Верность – это нечто, то, что должно пройти с нами до конца нашей жизни. Это нечто, то, что сопровождает нас к воротам рая, за которую вознаграждением будет жизнь вечная. Но не только в небе, но и здесь на земле. Быть верным означает держаться слова, которое ты дал. Исполнить обещание, некую посвященность,
контексте, вот говоря, откровения, что-то нечто, что мы продолжаем долго делать, несмотря на то, что нам уже это абсолютно надоело. Если брать и все супружеские отношения, те, кто уже прожили больше 20-30 лет, поднимите руки, пожалуйста. Но те, кто еще не дожил до этого времени, вам еще это все впереди. Ты находишься в отношениях верности, и приходят иногда такие чувства, ах, сколько еще можно? Чуть ли не до конца наших отношений, или там кто-то говорит, сколько я с ним живу, я только первый раз узнала или узнал, что такое происходит. Как это вообще возможно? Но все-таки именно верность – это то, что мы делаем продолжительное время, несмотря на то, что нам уже это, может быть, даже неинтересно. Это преданность делу, которое уже не хочется делать. Кто из вас работает на работе, которую хочется уже давно бросить и забыть за нее? И так уже 50 лет. Да, вот ты думаешь, но ты остаешься верным, потому что не то, что это тебя кормит, а потому что так надо. Надо. Ты продолжаешь трудиться, несмотря на результат, который ты получаешь, даже если он не такой, как ты хотел. Это верность. Ты продолжаешь и продолжаешь. Я сегодня буду говорить тем мастерам, которые делают работы, например, из кожи, или плиточники, или же строители. Ты делаешь ту работу, и ты вкладываешь в него душу, и ты доходишь до момента, где оно не то, что ты хотел. Но ты продолжаешь делать, его делать и делать. Это верность тому обещанию, которое у тебя внутри есть. Это очень важно. Наверное, моя позиция в верности – это та, которая выражается следующим образом. Я зачитаю. Ты настойчиво продолжаешь веренное тебе дело, за которое ты подвязался. То есть, за которое ты дал обязательство делать и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Разве что, если точно тебе Всевышний открыл, что это дело или событие уже исчерпало себя. И готовишься к следующему этапу твоей жизни. Я, как уже сказал, еврейское определение слова верности – неманут. То есть нечто, к чему прилепиться. Это как такая, знаете, есть, вот у нас есть стикер, да, такой, мы делаем детям, чтобы они не потерялись. Или какая-то липучка. Ты прицепился к этому слову, да, вот этот, ты прицепился к именно обещать. Ты дал слово, и ничто не может тебя оторвать. Это верность, именно как раз вот это состояние. Ты прилепился. И прилепится муж к жене, и будет двое одна плоть. И что Бог сочетал, то человек что? Не разрушит. То есть нечто верностно прилепилось, как при... и даже, знаете, Бог говорит, это привязанность, это то, что нужно. Люди не могут это оторвать. Сегодня мы говорим о возможном состоянии людей, которые на грани сдаться, состояние, где нет уже никаких сил. Мы сегодня 2,5 года уже, знаете, на истощении, на каком-то состоянии, где люди, несмотря на все эти обстоятельства, уже готовы поднять белый флаг. Но знаете, нужно что, немножко подождать. Я буду говорить о том, не только о событиях, которые у нас есть, а по жизни все-таки. Мы иногда доходим до такого состояния, где мы можем, или же уже столько мы были верны тому или другому делу, что достало все, и вот-вот-вот-вот уже не исполняются эти вещи, которые мы ожидали долго, и мы готовы сдаться, поднять белый флаг и все. Но нечто ожидает тебя. Немножко. Немножко. Я сказал, держись, мой друг, победа не за горами. Держись, то есть прилепись, вот это. Мы как это слово «неманут», прилепись и жди, просто выдержи это напряжение. Евангелие от Луки, 16 глава, 10 стих. «Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Кто верный в наименьшему и в великому верен, а кто несправедливый наименьшему и великому несправедливый». То есть в больших делах несправедливо проявляется. Ты несправедлив в маленьких делах, которые тебе даются, ты не сможешь быть справедливым, то есть
решучим таким, да, в великих делах. Бог всегда преподает нам уроки, испытания в малом. Поверьте, эти испытания в нашей жизни бывают очень часто, так часто, что мы иногда забываем, что они существуют. Незначительные для нас вопросы для Господа становятся серьезными вещами. Незначительные для нас. Он испытывает нас в малых, в незначительных вещах, которые для Бога очень и очень важны. За время моей жизни и в служении я понял, что Богу важно измененный наш характер, больше, чем мы это можем себе представить. И именно измененный наш характер, он намного важнее, чем мы можем себе представить. Иногда мы думаем, принимайте таким, как я есть. Ну что, вот таким я родился, вот таким я это самое сделаю. Но Библия четко говорит, да, в посланиях, кто крал, то впредь, то не крыть. Это изменение. Кто врал, тот не говорил лжи. То есть, другими словами, Бог заинтересован в измененном характере больше, чем мы себе ожидаем. А мы хотим великого. Мы хотим очень большого. Без честности, без высокой планки морали, без верности и посвящения мы не нужны никому. Абсолютно. Если вы посмотрите, то девушки ищут в ребятах именно такую часть, как честность, высокая планка морали, щедрость, да, посвященность. Не такое, чтобы, смотришь, он взялся за работу, бросил, и пошел в другую, бросил, и третью. И девушка говорит, подождите, мне такой как бы и прилипон не нужен. Вы понимаете, да, на вечную жизнь, как бы до конца своей жизни прилепился и не знаю, что с ним делать. Мы ценны Богу, когда у нас есть эти качества характера. Я скажу так, к большому сожалению, абсолютно непотребно, если мы не умеем держать слово. Делать то, что мы пообещали сделать. Не в зависимости, да, и вот независимо от того, что у нас хорошо получится или плохо, или это стоит нам чего-то. Я верю, что нам всегда будет наше слово стоить чему-то. В этом испытывается Бог. Бог испытывает нас. Местом для обучения в верности в малом Бог избирает по своему усмотрению. Площадка для обучения, знаете, я часто вот вижу в Одессе уже, это очень так уже, как бы сказать, популярным стало, места для выгуливания собак. Замечали, да? Особенно не только там, где они могут сделать свое дело, а где еще есть всякие препятствия, там еще, то есть вольеры, где могут там тренироваться. Вот, наверное, такой майданчик, да, такой для тренирования, можно сказать, для именно вот обучения Бог выбирает сам по своему личному усмотрению. Если мы открыты к высшему призванию в Господе Иешуа Мессии и быть использованы Богом в Его плане, тогда нам эти места будут очень сильно удивленные. То есть Бог, когда избирает место нашего обучения, мы думаем, ух ты, а почему это место? Для меня урок честности начался в лет 10-12, когда вопреки отцовскому установлению вечернему часу быть дома, я нарушал его из-за желания провождения времени с своими друзьями. Кто в этом был состоянии? Я один. Все остальные большие лжецы. Я вас умоляю. Мы хотим с нашими подростками, когда мы дети, нашими друзьями проводить столько времени, особенно в летнее время, а у папы моего было 9 часов. Зима, лето, нет разницы. Даже если там будет светло, ты должен быть дома. И знаете, для того, чтобы провести больше времени со своими друзьями, я выдумывал всякую причину, почему я не мог и не успел прийти вовремя домой. Лгал, как только мог. Ну, и всегда удивлялся, когда приходил домой от моей честной лжи, что я получал под первое число. И знаете, я четко помню один случай, когда я решился сказать папе правду, чего я опоздал.
или чего я опаздываю. Позвонил, и я помню этот момент, я у бабушки находился, там, это считается, хутор Даманский, где-то, я стоял возле телефонного аппарата за 2 копейки, я трёсся сказать ему правду, потому что уже прошло сильно много времени, стемнело. И я ему сказал, что произошло, он говорит, приди домой, я уже шел с чувством, что сейчас... заслужил, так заслужил, решился говорить правду, получи за правду. И знаете, по моему удивлению, я понял, папа открыл двери спокойно, пригласил меня, обнял, был открыто поговорить и так далее. Я спокойно лег спать, и я понял один момент из этого урока. Лучше сказать горькую правду, чем сладкую ложь. Лучше сказать всю правду, да, и сказать, как она есть, вот, да, и за это потом пострадать, чем страдать за дебилизм, который ты понимаешь, что это глупость. И даже если вы сегодня спросите мою маму, да, или моя мама часто может говорить, моим детям говорила, твой папа мне никогда не врал. Слово «никогда» там можно было так растянуть сильно, но я понял этот урок, который Бог избрал для меня. Это были уроки довольствия. И после нескольких инцидентов, знаете, у меня, понимаю, что этот урок должен был быть. Через нехватку денег в моей семье, возможно, это было так же и у вас, я украл у моего соседа 5 рублей. И как ребенок, которому уже было 15, у меня были планы наполеонские, как потратить этот целый миллион, то есть 5 рублей, да, это казалось, такие деньги ужасные. Я был раскрыт сыщиком по имени мама. Это было стыдно, неприятно, но ладно, пришлось отдавать деньги. Вы знаете, на этом не окончились мои желания иметь карманные денежки. Вот это, я не знаю, как у вас, я просто сейчас даю такое детское исповедание такое. Я приловчился стрелять деньги у меньших людей, то есть имеется детей меньшего возраста, чем я, и забирал у них, или брал у них из карманов, и, знаете, любил пирожное, чтобы я домой с деньгами не приходил, тратил их по дороге на пирожное. Пока в один момент мне не дали по лицу за наглость такую, да, и я понял следующий урок, что не все, что не, это самое, звенит копейки, это не твое. Это были уроки довольствия. После некоторых инцидентов меня попустило. И если это, знаете, что-то так лежит не так, кошелек, деньги, все остальное, да, у меня нет искушения сказать, что Бог дал. Когда мне дают больше сдачи, я пересчитываю и всегда возвращаю, не думая о том, что вот, мне не хватило, и Бог меня благословил. У моего Бога есть больше, чем эта мелочь. Я понимаю, что это часть характера, которая у нас должна быть исправлена. У людей должно быть исправлено. Урок верности, знаете, в самых малых мелочах. Испытание в малом, в маленьких вещах, это очень важно. Быть, например, в имуществе другого человека. Бог меня учил через пользование чужим авто. Мы приезжали, даже к своему тестю мы приезжали, да, у нас транспорта не было, и папа всегда давал свой микроавтобус для нас, чтобы мы пользовались. В каком бы состоянии он ни был. Или же друзья, которые давали автомобиль, я чувствовал себя, что мне нужно пройти через этот урок. Урок вернуть людям машину не в таком состоянии, которое я взял, или худшем, а вернуть за пользование машиной бесплатно, вернуть его полным баком, поменять масло, если нужно поменять колеса, то есть неплохие, да, помыть. И мало того, что внутри, я еще пытался натереть его воском для того, чтобы отдать человеку его благословение в лучшем состоянии, чем это есть. И сегодня, да, знаете, сегодня у меня тоже есть такая привычка. Если кто-то попросил автомобиль или же пользоваться, я ему даю с полным баком, я его мытым, да, и я не ожидаю, что они вернут меня в таком состоянии, но это мой опыт, то есть я испытываю людей, насколько они, знаете, вот будем говорить так, готовы жертвовать тем, что им дали для пользования. Урок щедрости
Еще в одном. Как вы расстаете с деньгам? Маленький урок. Насколько вы щедры благословить нуждающегося, благословить людей просто из-за дружбы. Как насчет продуктовой корзинки или супертачков на прокачку в супермаркете Антошка или же там Сельпо, или где вы там вы пользуетесь? Как насчет этого? Вы скажете, о чем? Расскажу свою историю, очень простая. Возвращаем ли мы эти тележки обратно в то место, где вы ее взяли? То есть имеется в виду в том месте, где ее предназначение, как бы прописка от магазина. Да? Я научился таким образом, знаете, когда я пришел и увидел, что ветром сбитая как бы, тачанка поцарапала не только мою машину, но и мою душу таким сильным-сильным резцом, что я запомнил это навсегда. По этой причине я пытаюсь абсолютно в любой момент это самое, дня, ночи, плохой погоды, я понимаю, что это может быть случиться с другим человеком, что я пережил то же самое, я беру эту тачку и везу, припарковываю туда, где ей место. Занимает время. Но это уроки именно в малом. Верный в малом. Мы иногда эти моменты не смотрим, что Бог учит нас быть верным в малом, потому что Он хочет нам дать больше. Верный в малом. Я могу с твердой уверенностью сказать, что малые вещи нашей жизни намного важнее, чем большие ответственности. У нас может быть огромная ответственность, но если мы в малых вещах начинаем, знаете, вот, быть неверными, то есть халатными, мы имеем большие проблемы. Именно в малых повседневных вещах мы испытываемся для больших дел. Как мы относимся ко всему? Мы с вами должны осознать, что мы поступаем так, как поступаем, не потому что мы хотим угодить людям, и люди над нами смотрят. Мы должны понять, как верующие люди, что над всем, тем, что мы делаем, есть Бог, который смотрит. Судья праведный. Мы иногда удивляемся, почему с нами так происходит. Да потому что мы не видим в маленьких вещах какие-то моменты, чтобы верным быть в том, что нам доручено. Мы, как верующие люди, не можем себе позволить отношение к работе, как все остальные неверующие. Да? Перекуры через как-то 5 минут. Так вы не курите, но надо посидеть. Да? Когда ты делаешь вид, что ты пашешь, не знаю, папа Карло, когда начальник или твой бригадир рядышком, как только он за ворота, ты сразу приземлил свой зад где-то на стульчик. И сразу тебе что-то пить хочется. Замечали за детьми тоже? Что-то делают, и вот ты заставляешь его что-то сделать, он начинает, и тут сразу ему легче стало, он идет в туалет. Мама, мне надо в туалет. 30 раз уже. За 5 минут, да? Все. Ментальность. Мы, как верующие люди, не можем себе позволить отношение к работе, к тому, чему мы посвятили себя, как посвящают себя неверующие люди. Когда за компьютером мы делаем очень деловые вещи, да? Как только начальство не видит, что мы делаем, мы начинаем в проферанс играть, да? Или в какие-то другие игры. Мы не можем иметь отношение к работе, как будто мы на каторге. Вы скажете, да нет, пусть платят лучше, так и будем работать лучше. Я скажу так. Может быть, ваше начальство не видит этого всего, но есть тот, кто видит. Ведь отношение к тому, чему вам доручено, именно заключается в испытании малым и над большим, и над верным, над большим тебя поставят. В Откровении Иоанна мы читаем, я уже говорил, будь верен даже до смерти, и я дам тебе то, что никто не может тебе дать, вечную жизнь. История Руфи, я уже говорил об этом, в этой книге, потому что это история верности. Давайте немножко почитаем. 1 глава, 16 по 17 стих. «Та Рут відповідала, хай не станеться, щоб я залишила тебе, чи повернулася назад від тебе.
бо куди підеш ти, піду туди і я. І де ти проживатимеш, там проживатиму і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм Богом. І де ти помреш, там і я помру, і там буду похована. Це нехай учинить мені Господь, і це додасть, бо тільки смерть розлучить нас. Как многие из нас, я буду говорить к верующим людям, и, наверное, тем, кто смотрит нас в интернете, как многие из нас выберут трудности ради того, чтобы показать свою верность. Как многие из нас смогут понимать, что если я сделаю этот шаг, моя жизнь будет просто не совсем тем, что я представляю, и ты выбираешь эту трудность ради верности. На месте Руфи, вместо возвращения в собственное отечество, в культуру, отцовский дом, она выбирает трудную жизнь со свекровью. Жизнь без надежды, без обеспечения, без детей. Без семейного счастья. Вопрос, ради чего? Ради верности. Ради верности, потому что верность начинается с дружбы. Верность, которая глубокая. Послание к евреям, 3 глава, 5 стих, говорит: Моисей верен был во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Он был верный, как служитель в доме своем, то есть в доме Божьем, для того, чтобы засвидетельствовать своей верностью перед Богом, перед людьми, кто он. Верность – это то, что, возможно, нам очень недостает в наше время и в нашем обществе. Действительно, мы посмотрите вокруг себя, и поэтому Писание говорит, не сообразуйтесь с веком сим. То есть не только надо умом поменять, там, как бы чувствами, но люди имеют привычку опаздывать, а потом ссылаться на такси, макси и все остальное. Не держит слово. Не смог я, и все. Не смог. Меняют встречи без на то веских причин. Если так посмотреть на глубину, да, многие из нас виноваты в этом. У нас нет на самом деле глубокой причины на назначенное время прийти. Мы просто говорим, а не хочу. Вот что-то стукнуло нам, как бы, не попало так, не сложилось, не пойду. И потом даже еще не предупредят. Посмотрите на этот мир. Сегодня для нас верность – это пустое слово. Отказываются от собственных слов. Говорят, да я не говорил, я ж не обещал тебе. Я сказал, если смогу. Но ведь ты смог. Мы ищем себе. Посмотрите, что делает верность в жизни Руфи. Я даю этот пример, потому что он очень для меня очень важный в отношении Вооза. И вот что происходит дальше. 2 глава, 8-9 стих. Руф возвращается со своей свекровью обратно именно в Израиль. Буквально там недалеко, если брать по израильским меркам, это совсем недалеко, но не так. Прилично, но не так далеко. Но момент здесь очень серьезный. Приходят они, не имея дома, живут неизвестно где, потому что как бы так, возможно, был дом, но не имеет поля, потому что оно было забрано за какие-то долги или что-то еще. Нету детей, мама в каком состоянии, мы не знаем. Может, она была молодая мама, свекровь, но Руфь, понимает, что проблема, надо где-то искать финансы, да, для работы. На панель не пойду, потому что это неправильно, зарабатывать чем-то еще нужно. И Руф дает ей, вернее, Наоми дает ей совет, говорит, подожди, у нас есть закон Моисеев, который позволяет пришельцам или чужеземцам, нуждающимся, брать от края поля. То есть, словами, жатва начинается не с, все, как у нас, там,
ай, да, давайте трактор, комбайн загнали и все остальное. А начинается, оставляется часть для таких нужд, как у Руфи. И вот она приходит туда, начинает работать. И вот здесь интересный момент. Она приходит на поле Боаза. Почему, говорю, ну, случайно, может быть, не случайно по указанию ее свекрови, но там дальше Боаз говорит о некоторых вещах, чтобы она на другие поля не ходила. Значит, не сильно много она могла собрать, либо много было нуждающихся. Смотрите, 8-9 стих. «И промовил Боаз до Рути, че ты не чула». То есть он говорит, слушай, ты не слышишь, что я тебе говорю? Доньку, ты дочка, послушай, ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Не ходи збирати на іншому полі. Не йди звідси. Приєднайся тут до моїх молодиць. То есть для дівчин, які жнуть. Отці твої, хай, очі твої, хай будуть на полі, де жатимуть. І підеш за ними. Ось я дав вказівку слугам не чіпати тебе. В другому переводі, то есть не домагаться тебе, як чужестранку. І коли ти відчуватиш спрагу, то підеш до посудини і питимеш, звідки черпають води слуги. Не із барських, а із слуг, які приближені ко мені. Ты оттуда, захочешь пить, ты оттуда. То есть ты часть моей работы. Вопрос ко всем нам. Почему такая внимательная забота богатейшего человека вот снискала Руфь? Какая причина? Конечно, каждый мы читаем и понимаем, что из-за того, что она была очень хороша к своей свекрови. Когда ты верим в своем обещании, Бог не спасает. Посылает ей благоволение свое. Руфь сделала то, что, возможно, не могли бы сделать многие из нас. Она решается на трудности ради верности. И Бог поощряет через трудности, да, через верность в трудностях, благоволением и откровением. Люди всегда замечают, что с нами Бог. Если мы следуем нашим обещаниям, нашим посвящению, они всегда увидят это. Когда Иосиф был в тюрьме, когда у него происходили вещи, которые тяжелы были, там написано, и Бог был с ним. Каким образом? Он не проповедовал там. Но он жил так, как верный слуга. Верный в малом над большим поставить. Дальше 10 стих, я буду русским языком читать. «Она пала на лице свое, поклонилась до земли и сказала ему, чем не искала я в глазах твоих милость, что ты так принимаешь меня, хотя я чужеземка. Ни на что не рассчитывала. Хотя бы только взять то, что возможно по закону. Боаз отвечал и сказал ей, мне сказано, не то, что я видел, а я слышал от других людей. Слухи разносятся. Знают, что с тобой Бог. Знают люди, что ты... И о тебе будут говорить, с этими людьми Бог, с ним Бог. Потому что человек проявил себя в верности. Сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила отца твоего. Твою мать, твою родину пришла к народу, который ты не знала вчера третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое. Да будет тебе полная награда от Господа Бога Израиля, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Послушайте слова. Вот когда я почитал, то понимаю, что именно верность, отказ от, может быть, мама с папой, и, может быть, выйти замуж еще раз за какого-то богатого, иметь детей и все остальное. Да, отказ от всего, последовать за тяжелым решением верности, где фактически ты не знаешь, чем оно закончится. Бог выходит навстречу. Мы не только видим благорасположение за верность, но и за преданность тоже приходит больше, чем обещано.
то, что обещано по закону. Смотрите, в жизни Руфи это пример для нас вообще-то. Тут дальше. И встала, чтобы подбирать, Вооз дал приказ слугам своим. То есть обещано, иди работай. Хочешь пить? Пей. Ты будешь частью команды. Вооз дал приказ слугам своим, сказал, пусть подбирает она и между снопами. И не обижайте ее. Дает снопов, откидывайте ей. Оставляйте, знаете, пусть она подбирает и ест, и не броните ее. То есть, другими словами, там украинский могут это цікаво. Встала она в брати, а Вооз наказав слугам своим, говорячи, и між снопами нехай збирає, і не кривдите її. Не приставайте, не домагайтесь, мужики. Это там слугам говорит, там по-английски, там do not molest them, да, такое, her. Не знущайтесь над нею. Словесно. Но мы же любим, как бы так немножко сказать, да, люди любят сказать тебе, ты что здесь делала, что ты пошел сюда, что тебе надо. Это все равно такое, знаете, знущание. Тут повеление, не прямое, но косвенное слугам помогать ей вот во всем, не только с краю, чтобы она подбирала, чтобы она могла набрать достаточно пищи. Относитесь к ней с почестью, с уважением, предлагайте больше, чем она, то есть выкидывайте ей, давайте ей больше, чем по закону Моисея. Бог воздаст каждому из нас намного больше, чем мы себе можем это представить. За что? За верность. Во всем отношении, на работе, в супружеских отношениях, верности между собой, в дружбе. Это все равно Бог воздает. Иногда нам кажется, что верность – это каторга. Что ты вляпался в это нанесешь эту ляму, да, то есть ляма по-еврейски это «шо?» «Шо-то?» «Шо это такое?» Тянешь ляму, да? Это каторга, что нашему посвященному делу недостаточно, знаете, внимания нам уделяют, что нам за это нет какого-то вознаграждения, то, что мы там делаем больше, чем мы это видим, да, как бы так. И вот сказали так сделал, ты понимаешь, что можно было чуть по-другому, но ты так делаешь, да. Нам кажется, что никто не благодарен нам за то, что мы положили сюда, на этот алтарь служения, нашу жизнь. Нам кажется. Но не спешите. Мы не можем подобляться этому миру. Мир так говорит. Мир говорит, только лохи именно так вот как бы, на все водятся. Верность – это часть просто какого-то безрассудства. Не нравится тебе, да пошли их за русским кораблем. И наши верующие как бы подходят под эту планку. Мы просто на все плюем, даже тех мелочах, когда нам предоставляет Бог. Нам Бог дал работу, мы кричим, что Бог нам дал работу, а потом кричим, что она не та, которую я хотел. Мир учит о нетерпимости. Если это тебе невыгодно, то брось дурное дело. Не ошибайтесь, что человек сеет, то и пожнет. Я верю, что это слова, которые сегодня для людей в Украине, за границей. Если мы остаемся верны в малом, в том, что мы делаем, и, возможно, не замечается другими людьми, мы все равно должны помнить, что Руф получила не только благоволение Вооза, но больше, чем обещание. Так что у нас в жизни, возможно, мы в ожидании огромного благословения. Знаете, еще интересно, у Бога есть тоже такой момент, где мы ждем, да, вот, что нам протянут руку помощи, что нам дадут то, что мы просим. Но знаете, неожиданно приходит на работе отпуск. Неожиданно тебе, на твой день рождения, тебе выносят торт и цветы. Приходит открытка за то, что ты просто верный человек. И маленькие приятные сюрпризы, которые ты понимаешь, что ты оставался верным. Мы иногда эти вещи, простые, маленькие вещи, мы не замечаем. Но давайте не только искать грандиозного,
великого. Но давайте мы и будем замечать то, чем Бог благословляет нас. Вы спросите, а в чем нужно быть верным? Как ты, Ребе, видишь верность? Если, надеюсь, вы, услышав меня, не станете огорченными людьми, но я вам хочу зачитать несколько вещей, что я вижу верность, в чем нужно проявить верность. Будьте верными в содержании того, что не принадлежит вам лично. Будьте верными в имуществе других людей. Возвращайте имущество в лучшем состоянии или хотя бы в том, котором вы одолжили. Когда путешествуете или вы в командировке, оставляйте комнаты, в которых вы живете, чистыми. Когда мы останавливаемся в гостинице или в доме у знакомых людей, мы всегда, особенно Татьяна, имеет вот постановку в своей жизни. Собрать постель, весь мусор, который там есть, даже подместив в гостинице. Если пролили кофе на ковер, то сразу пойти, убрать и сделать, чтобы, знаете, не казаться людям, ну, как бы, как сказать, неряшливыми или же, как еще сказать такое слово, как бы, противными, да, такими. Да. Хотя бы, могли сказать, так что, мы же оплачиваем эту как бы, гостиницу. Ну, за все же мы там, и же убирают, ничего страшного. Послушайте, я вам говорю, те, кто едет в отпуска или там в командировке, вы оплачиваете гостиницу для сна, а не для нанесения им убытков. Слышите, нет? Своим близким, родным вы не наносите убыток, когда вы останавливаетесь у них дома. Гостям вы должны оставлять лучше. Это маленькое испытание верности. Верен в малых вещах, становишься верным во многом. Верный в экономическом состоянии энергоснабжения. Чужого. Своего ты можешь делать, что хочешь. А когда ты в гостях или где-то находишься, выключи за собой свет. Выключи то, что крутится, вертится шар голубой. Да? Не ваша оплата, какая разница, хай платят другие. Верный в малом над многим поставится. Не берите того, что у вас в недостатке. Что просто так лежит. Вам это понравилось. Просто так лежит. Уже 3 недели лежит, и никто на это не обращает внимания. Оно мне нужно. Не выпрашивайте того, что кажется бесполезным. Оно для вас тоже бесполезно, но вам оно нужно. Это тоже верность, испытание верности. Итак, Писание говорит, Луки 16, глава 11 стих. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? Коли вы, отже, в неправедными грошми не были верны, то кто доверит вам добро праведно? Другими словами, если вы в экономике, да, экономии других людей безразличны их деньгам, кто вам верит, знаете, работать над своим богатством, которое у вас есть? Может быть, оно небольшое, но нужно иметь правильное отношение. Будьте вовремя не только на работе. Не опаздывайте на работу. Не пытайтесь сказать, у меня там дети, молоко и так далее. Там, ехал, электричество закончил, трамвай остановился. Давайте это самое заранее немножко выходите. Пускай побудете вы на 5 минут, на 10 минут раньше, придете на работу, да, и не опаздывайте на собрание. Не опаздывайте на встречи. Бог дает это малое. В ваши руки, в мои руки. Это тоже испытание. Знаете, эти закулисные, то, что мы не видим, Бог всегда вознаграждает. 5. Заботьтесь о рабочем месте, как о собственном доме. Не оставляйте свинарник после себя, потому что у вас на работе есть уборщица, которая на зарплате, она должна убрать. Не надо. Бог верил вам это рабочее место. И люди ценят и смотрят, как вы это делаете.
Заботьтесь о Божьем доме, как о собственном. Заботьтесь о том, что Бог нам дал. Не приходите мимо бумажки, которая валяется. Не крадите туалетную бумагу, потому что она бесплатная, рулонами. Не берите ее. Не берите то, что вам кажется очень нужно. Не выкручивайте лампочки, потому что у вас сгорело в подъезде, и вам ничего не видно. Не ломайте стулья. Не пачкайте стены своими руками. Помойте руки. Я вас прошу. Ваши все отпечатки я уже давно снял. Если кто-либо, знаете, если что-либо вы испортили случайно, по неосторожности, разбили что-то, не прячьте где-то и тихо, ша, спокойно, скажите нам, потому что когда мы готовимся к любым праздникам, мы начинаем то все искать, не можем найти, потом, когда, если нашли, включаем, оно не работает, дайте нам знать, потому что страдают все остальные. Мы бы до этого уже что-то сделали. Будьте внимательны. Просто скажите, что вы сделали. Работа над зданием, которое Бог нам дал, работать как в своем доме. Потому что все, что будет подобно... потому что, я уже Писание говорю, вместо Писания, это Матфея, 25 глава. Потому что все будет подобно человеку, собиравшемуся на некоторое время уехать из дома, который верил свое имущество слугам. Одному он дал 5 талантов, чтобы вы понимали, 5 талантов – это примерно 100 лет работы на то время. Другому 2 таланта, третьему 1, каждому по его способностям, затем он уехал. Вот заметьте, Бог верил нам свое имущество, так как Он и благословил нас с этим. Я вам скажу так, что мы реально, это, то, что мы имеем, это Божий подарок, Божий дар для каждого из нас, для того, чтобы мы здесь расцветали и духовно, и телесно, не только росли именно в собраниях, но здесь и проходит забота о людях, знаете, работа с нищими, с нуждающимися, забота друг о друге. Это то, что Бог дал нам. И каждому Бог дал ответственность за уходом за это имущество. Я сегодня не говорю этого упрек о нашем здании, я говорю о том, что, друзья, Бог, мы хотим что-то для Бога делать великое. Мы хотим, чтобы Он нас использовал. И Он говорит, останься верен, то есть верен в малом, прилепись к тому, что ты имеешь, к тому маленькому дару, который у тебя есть, или большому дару, который у тебя есть, чтобы принести плод. Имеется в виду, чтобы люди приходили сюда, чтобы они получали необходимое воздаяние. У каждого есть способность для того, чтобы в этом доме можно было развиваться, чтобы можно было делать. Бог не просто вкладывает чувство принадлежности к этой общине, к нам, но и приглашает нас чувствовать ответственность за общину, в которой мы живем. Не то живем, имеется в виду, где мы живем, а где мы живем. Не каждый может сделать, что делают другие. И не у каждого есть способности. И в этом мы должны увидеть нашу верность. Даже в малом, в самых малых вещах. Каждый, я уверен, что каждый имеет лепту, которую можно вложить, и талант, который можно использовать, и может взять ту ответственность, которая у вас есть, даже маленькая. Я говорю это с большой ответственностью. Потому что у нас даже до конца этого года уже столько есть возможностей сделать. Например, один из, это скоро будет лагерь. У нас молодежь выезжает на следующей неделе, они там, где такой как бы молодежный выезд, потом у нас детский лагерь, буквально не, там целую неделю. И эти дети приезжают с разных мест, им нужна помощь, нужна психологическая помощь. Те, которые из-под Херсона или дальше, дети, которые потеряли своих родителей, дети, которые папы погибли на войне. У них ситуации, которые просто катастрофические. Бог иногда испытывает нас чужим благословением. Знаете, когда бывает так, ты молишься за что-то, а перед тобой кто-то получает то, что ты молился за это 20 лет. Вы знаете, что это тоже испытание малым? Научиться радоваться, что Бог благословил другого тем, что ты хотел, чтобы благословил тебя. У нас же как бы украинская как бы такая натура,
надкушу все, чтобы не досталось другому. Нам хочется все свое. Мы не умеем выразить радость, что у людей есть что-то интересное. Пришли в красивых туфлях, сказать: слушай, круто! Красивая прическа, говорит, сделала Света, классно! Слушайте, понимаете, да? Я говорю, чтобы научиться радоваться маленьким вещам. Это тоже испытание. Верным в малом ты получишь больше, как Руфь. Этому нужно научиться. Это тоже верность в маленьких вещах. Если будем читать дальше Луки, то мы увидим, что этот господин возвращается. Помните, он возвращается и начинает, приглашает к себе своих людей, которым он верил свое имущество. И потом говорит: я тебе дал 10. Говорит: слушай, я такой радый был, что мне верили имущество, которое ты нам дал. Это не наше, это твое имущество. Вот тебе еще. А тот, кто получил 1, он заховал его, да, там. На собрание не ходил, ну, ходил только так. Вызывали поучаствовать в этом самом, в волонтерской работе. Далеко ехать, как проверки, там, ДЦКшники. Никак. То заховал. Все, что было, то заховал. Знаете, и ваше время, ваше желание, эту возможность. И я думаю, что что-то там происходит. Он говорит: ты же знал. Ну, знал? Он говорит: знал. И что? А не что? Я же верующий. Ничего не нарушил. Вот тебе твое. То есть, у меня веры хватает, вот тебе твое. А делать ничего не хотел. Потому что боялся. Он говорит: лукавый. Я же тебе дарил свое. Я верил тебе то, что мое. Это не твое. Это даже тот, который талант я тебе дал, это не твой талант. Ты, ну, не будь идиотом, это не твое. Это мое. И ты так себя ведешь. Вы знаете, что каждый из нас даст отчет перед Богом. И если Бог, может быть, так сегодня говорят, последнее время, если бы вам сказать так, что если вас убедят четко, что через неделю Всевышний придет по всем там откровениям, все остальное, вы поверите этому, скажите, пожалуйста, вы готовы с ним встретиться? Или что-то есть то, что надо исправить? Исправляйте сегодня. Завтра может не настать. Вот это маленькое. Верность в малом. Я думаю, что для нас вопрос верности именно в служении Богу и так далее, она стоит вот на самом высоком месте. Мое обращение сегодня ко всем верующим. И здесь вообще не в Украине, за границей. Послушайте, нам нужно и поднимать наши уровни верности и посвящения. Это слово еврейское, оно очень классно, оно не просто верный, прилепился, и ты не можешь оторвать. Ты не можешь, человек да не разлучит. То есть никакой человек не должен это делать. То есть ты должен прилепиться своей верностью, своим посвящением, даже если это тебе будет больно. Потому что когда отдирают, оно не очень приятно. Я думаю, что сестры понимают, когда делают депиляцию. Я так прямо говорю, может, это то же самое, то же самочувство. И, наверное, я не знаю. Не поднимайте белый флаг. Но с надеждой оставайтесь верными во всем. В работе, в семье, в дружбе, в вере и в стране. Мы должны верить не только в победу, что у нас произойдет, но нам нужно оставаться верны, чтобы изменить последующие все обстоятельства этой войны и того, что происходит. Я сегодня хочу призвать вас и себя тоже к хлебопреломлению, потому что для меня именно слово «верность» испытано временем. И я верю, что у Бога для каждого из вас сегодня есть не просто вознаграждение за верность, а благодать для того, чтобы пройти и получить больше, чем обещано.
потому что не приходило вам на разум. Вы давно не мечтали, что Бог приготовил для тех, кто любит Его, любящих Его, то есть верный, посвященный Ему. Посвященный – это не означает быть, знаете, не женатым, женатым на церкви, как это у католиков. Целебат такой, да? Хотя некоторым это, возможно, и выход из, по жизни быть не прилепленным к кому-нибудь другому, иначе будет дуже больно так, что аж до души будут крики. Но я верю, что... Так. Вы знаете, что я заметил? Я посмотрел, полный стакан воды и хлеб. Я не вижу отсюда чашечки с плодом виноградной лозы. Думаю, докатились. Но на самом деле глоток не символа. И крохи не символа. Иешуа говорит, если вы не будете есть хлеба сего, то есть тела моего, не будете пить вина или крови моей, не имеете части, то есть вы не верны вот в этом верности Богу. И я точно уверен, что наш шаг в этой верности Богу является тфила. Шаг обещание Богу служить Ему что? Доброй, верной совестью. Слово интересное на иврите, да? Верность. Как это очень сильно, символично звучит. Это слово, которое для нас незнакомо. Неманут. Не обмануть. Верность тоже не обмануть. Мы сейчас встанем наши ноги и те, кто прошел водное погружение. Либо те, кто прошли, но вы, знаете, вот не стоите на соблазне для людей по причине каких-то нарушений, будем говорить так. Я не говорю, что у общины или у Церкви Божией есть право наказывать людей за грехи, не допуская их к хлебу и вину. Это не должно быть так. Наоборот, если ты раскаялся, если ты понимаешь, что хлебопреломление является твоей жизнью, частью обновления, это завет, то другому невозможно пойти. Можешь и должен делать, раскаявшись, подойти и смело, не боясь, что ты умрешь или заболеешь, принимай. Потому что что? Ты знаешь, что у вас все хорошо с Богом. Ты раскаялся. Но для этого нужна вера. А в вере нужна верность. А в верности нужен этот клей. Клей, который тебя не отлучит. Ни смерть, ни ад, ни ангелы. Никто другой не отлучит тебя от Божьей любви. И вот эта любовь к Богу, пускай прикоснется к вам. Изменит вас, ваши отношения. Как Писание говорит, вам верено мало. Если ты верен мало, верен и большом. Я прошу сегодня вас, смотрите в нашу жизнь. Не уподобайтесь этому миру. Остановите его. Влияние этого мира очень токсичное. Прилепляется к нам по разным причинам. В трамвае, в троллейбусе, в тиктоках, в наших смс-ках, в наших телевизорах, на то, что мы смотрим, то, что мы слышим, то, что мы видим, оно прилепляется к нам.
И мы не замечаем. Мы не замечаем. Мирская пыль, это она просто токсически наполняет наши легкие. И мы начинаем думать, как они, реагировать, как они. Смотри, как они. Выражать свои эмоции, как они. Бог сказал, вы не от мира сего. Вы не от этого мира. Вы искуплены драгоценной кровью Иешуа Мессии.